Укрепление дружбы среди представителей разных национальностей в Казахстане стало главной задачей Татаро-Башкирского культурного центра с момента ее основания. В этом году, когда страна отмечает юбилей независимости, центр подводит итоги проделанной работы. Слово «патриотизм» уже оно не избитое слово, а наоборот, мы должны в настоящее время по-новому посмотреть на смысл этого слова, на содержание, потому что новый взгляд, новое совершенствование наших отношений в обществе, в гражданстве в нашем Казахстане, мы по-новому оцениваем наше духовное единение. Потому что президент Нурсултан Абишевич Назарбаев призывает народы объединяться, стать едиными. Мы единый народ Казахстана. Так у нас гласит в Конституции. Чак-чак-байрам, татар-пати, сабантуй – эти праздники, которые объединяют людей разных национальностей, для Шымкента стали традиционными. Татаро-башкирский центр в этом году провел уникальную научно-практическую конференцию, где главным вопросом стало воспитание казахстанского патриотизма, а выставка прикладного искусства не только стала украшением города, но и выявила талантливых шымкентцев. Сегодня, который работает татарский культурный центр, очень мне понравилось. Они работают очень хорошо, я присутствовал у них двух мероприятиях. Вот. Спасибо, я должен сказать. Когда мы едины, мы непобедимы. В стране, где проживают более 130 этносов, межэтническая дружба всегда будет актуальной темой, говорит председатель культурного центра Саймак Бердиева. Поэтому свою работу центр никогда не прекратит.